африканского футбола Грузии, ветеран футболистам помогает. Маленький подарок, но внимание это главное. Спасибо. Федерация футбола Грузии во главе Левана Кокашвили делает подарки футболистам ветеранам. Иди, Мандо. И как мы, я президент Федерации региона, по нашему региону Волгоевскому. Еще будет там хороший. Спасибо. А что, главное, что будет так вирус быстро. Что быстро ушел от нас. Она помогает. Спасибо за внимание. И да, внимание, вот это вот уже начинается. Иди, Бабушка. Федерация футбола Грузии во главе Ливана Губяшвили вот принимает участие в активности. Значит, всем ветеранам футболиста Грузии, у которых за 70 лет, дают вот этот маленький, уютный, но нормальный, хороший подарок для ветеранов, которые нуждаются в этом. Значит, мы начали вот эту акцию позавчера, начали с Боржоми, в Адыгене, в Ахалцихе, в Аспинзе, в Ахалкалаке, и вот это последняя остановка у нас в Нютминда. Всем по районам, вот Федерация футбола Самсхи Джавахети дает вот этот подарки вот этим ветеранам футболистам. В стране коронавирус, и мы ждем, как это закончится. Сразу мы начинаем вторую акцию еще. Мы планируем собрать всех ветеранов футболистов вместе, или в Нютминде, или в Ахалцихе, или выберем наш регионный место где-нибудь, и мы соберемся все вместе, и одна еще хорошая акция будет, не хочу заранее говорить, но я хочу оставить это на интригу, на сюрприз будет.